Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, новые задания, давай посмотрим. Разыграйте три боба, выиграйте две игры за зомби и переместите союзника на другую линию. О как. О как оно. Ну что, в сюрприз-то будем играть, ребят? Мы в прошлой серии так и не смогли победить. Потому что... А почему не могли, я уже не помню. Что-то нас там быстро как-то запинали. Ну-ка, давай посмотрим. Блин, я же хотел... Они мне даже не дали выбора, да? А, тут выбора нет никакого. Ну, давай я поставлю орех. Кто у него там? А, вот, ребята, он на пирата, все, я вспомнил. Я вспомнил теперь. Так, как раз нам здесь понадобится вот этот парень. Да ты... Фига ты, блин. Вообще приборзел. Приборзел, ребята, он на самом деле. Блин, а че фонарь-то не поставил? Пока нам это не надо. Да ну, что за чушь-то какая-то? Он даже не дает мне, ребят, никакого шанса, блин, тут. И это что такое? Я офигею. Я в шоке. Да нам кранты сейчас будут, по ходу дела. Я в шоке, просто размотал в 3 секунды. На каких-то щеглах, блин. У меня вон, блин, 8-7 карты, блин, боевые, блин. Ничего не дали поменьше, блин. Как я тут должен был с ним справляться? Молодцы, красавчики просто. Ничего не скажешь. Так, ладно, ребята, разыграйте три боба, поехали. Как я должен был там вообще сыграть, блин? Вот мне дали один кактус, и что я с этим одним кактусом? Да ничего не смог бы сделать. Трэш, блин. Ни могилоедов, нифига не было. Так, значит, наша цель, ребята, разыграть три боба. Погнали. Мне бы, конечно, хотелось бы нашего морского капитана Боба получить, чтобы на воду его поставить сразу. Но, видишь, вот этот нам поможет, в принципе. Если он будет заклинашки свои использовать, мы будем прокачиваться. Ну и этот у нас со способностью команда плюс один к атаке. Жалко, что он только получает один к атаке, а не к один хп еще. Давай. Сегодня как-то надо поиграть, ребята, в снэп. Давно не заходил. Надо порубиться маленечко. Ну что ты, твою налево, блин. Что-то, ребята, он, по-моему, завис. Да, он отключился. Ну, сам понимаешь, что мне все равно нужно будет драться. Задание есть задание. Так, против разгрома. Ну, в принципе нормально. Бусинку дали, да? Ага. Бусинку он, блин, поставил. Давай сюда поставим. Есть у него валун, конечно, может быть. А он может быть у него. И даже так делаешь. Ну что, ребят, выкидываем этого кота, получается, отсюда.
Угу. Опять за свое. Ну, само собой, ребят, само собой. Ну, что он там будет? 6 здоровья, молодец, прокачивай моих пацанов. Три, два, пять, да, получается? Опа. Опа, что он там делает? Друзья, вот это вот не очень хорошо-то на самом деле. Два бобовых получил, да? И довольный сидит. Ладно, погнали. Посмотрим. Можно выкинуть его, в принципе. Не, вот этого выкинем. Ну давай, давай, давай. Капитан Боб. Так, ребята, капитан Боб. Поставим Боб сюда. Такс. Так, ну этого мы уберем. Так, этого мы выкинем. В принципе, ему кранты, ребят. Сейчас мы этого выкидываем. И мой боб его пробивает. Все. Тут больше никаких этих нету. Это тебе не поможет. Все. До свидули, как говорится, да, ребята? Захотел он тут в бессмертного сыграть. Ну и прекрасно. Так, мы разыграли бобовые-то там. Да, три боба разыграли. Так, вы играете две игры, играя за зомби-героя. Подожди, подожди, играя за зомби-героя. Попробуем, что ли? У нас там задание переместить героя, да? Переместить героя на свободное место куда-то там. За него, конечно, не очень хорошо у меня получается играть. Но ради задания, ребят, надо попытаться. Так, нам выпадает зубастизила. Что это такое у нас тут? Что это за... За фокус, я тебе так скажу. Так, ну он не паникует. Видимо, у него все там четенько, да? Все по красоте. Так я могу понимать. Ну что ты мне тут вытащил?
Пока ничего, ребят, не будем делать. Да мне и нечего делать здесь. А вот это вот будет плохо. Сделаем следующим образом. Чтобы ему слишком сильно не давать набирать картишки, мы сделаем вот так вот. Я думаю, это будет оптимальненько для нас, да? Ну, огурцов-то он, наверное, там нахапал, я так понимаю, да? Ну, конечно же. Огурцов он там нахапал, будь здоров. Ну давай сделаем так. Так, ну что, я, наверное, думаю, вот этого надо бомбануть. Да, не очень, конечно, хорошо, но что я могу сделать, ребят? У него еще что-то должно быть. Ну, что, огурец, что ли, опять у тебя там? Нет, у него, ребят, помидор. Видишь, что вытворяет? Давай, короче, сделаем так. И заморозочку. Нет, парень, это не поможет. Так, выкидываем вот это вот отсюда. Так, это нам пригодится. Смотрим. Огурец, ладно, фиксим. А вот это вот, убери отсюда барахло вот это вот. Что-то я его и не видел здесь. Так, ну что, ребята, капитана выбрасываем, да? Сейчас посмотрим, что он будет делать. Если поставят какого-то крупничка, мы его сможем уничтожить. Этих он не сможет уничтожить какими-то там заклинаниями, если он даже и захочет. Так. Кукурузу. Ну, допустим, ребят, кукурузе сразу кранты, понимаешь, да? Ей не жить.
любом случае. Ну и все, что ли, на этом? Поехали. Ты знаешь, что я тебе скажу, блин? У него хп, ребята, у него хпшка осталась. А, все, ему кранты. Сейчас разнесем. Даже если он подхилится своим родничком, это ему не поможет. Мы 5 единиц ровно ему наносим. Так что все классно было сыграно. Никаких ребят этих у нас претензий к этому пареньку нету. Отыграл по полной программе. Такс, но... Да. А, вот, мы переместили на другую линию. Все, у нас отлично получилось. И теперь нужно еще один поединок, ребята, сыграть. Точнее, не то, что сыграть, выиграть надо. И будем мы, наверное, сегодня играть за... Давай за Замеха, мы давно за него не играли. Хотя бы глянем, что там за колода у нас. Это Замех на Гаргантюа, что ли, идет? Немножко интересная, специфическая какая-то колода у этого Замеха. Как по мне, да? Как это... Прям вообще странное. Зачем там пират у меня стоит? Гаргантолог. Гаргантолог. Да ну, как-то за Замеха, ребят, не особо. Я смотрю, тут у нас какие-то классные карты, чтобы были. Я знаю, что это заведомо проигрышная какая-то, ребят, колода, но я все равно попробую сыграть. Там... У меня даже слов нету. Если через вирус, конечно, пускать их всех. Так до него еще дожить, до этого вируса надо. Тем более, когда против тебя идет Бонг Чой. Попробуй-ка дожить. Ну, давай попробуем таким вот образом. У меня нет, конечно, первого хода. А у него уже есть. Так, ну туда мы поставим, наверное, этого парня, да? У него будет бонусная атака, скорее всего. А, он неуязвимый ставит. Ну, у меня такая тоже есть штука, так что пускай не радуется. Свою неуязвимость, грубо говоря, просто профукал. Что сделать-то? Как сделать? А, ну в принципе этот уничтожится, да, у него? Ну да. Как сделать-то лучше? А вдруг у него могила ед будет? Давай посмотрим. Он сейчас сюда кого-нибудь поставит. Это я тупанул, ребят. Это я тупанул. Поехали. Что бы тут лучше сделать?
Сейчас, не дай бог, ребята, два урона по земле будет, блин. Он этих троих сразу снесет. Ну что ты там думаешь, блин? Ну ты посмотри, а. Долго-долго думал, что бы ему там применить, да? Не нравится мне вот это все. Так, если я возьму вирус, я его возьму, ребят. Так, в броню? Нифига не в броню, ребят. Че, неужели могилы еда нету? Не поверю. Бонусную атаку он потратил, да? Неуязвимость он потратил. Что у него еще стоит? О, что у него есть, ребят. Так, Замех, надеюсь, у тебя 3 урона выпадет. Да блин, ну какого леж? Ну все, ребят, тут хана. Вот из всего, что могло выпасть, блин, ему выпала именно сила. Ни, ребята, ни перемещение, блин. Да, ни урон. У него есть урон. 3 урона он наносит, понимаешь? Причем 2 заклинашки. Не веришь? Сейчас тебе покажу. Смотри. Подожди, а где тут посмотреть его? Подожди, я что-то запамятовал. А как посмотреть его эти способности-то? Ну вот, ты кликаешь на него, да, и... А, вот, смотри у него. Наносит 3 единицы урона растению, раз. И наносит 3 единицы урона и... Так мне выпадает вот это барахло, блин. Вот это уже было. Мне вот это барахло выпало. Ты прикинь, вместо вот любого из этого, и все, и победа была бы в кармане. Трындец. Ну, я, правда, заведомо говорил, что, ребята, проигрышный будет вариант у нас с этим Замехом. Но, тем не менее, могли бы победить, если бы выпала нужная карта. На тебе... Подсовывает барахло какое-то. Просто подсовывает барахло. Из-за ерунды, ребята, проиграли. Даже не по нашей вине, а потому что нам такую карту выдали. Так, подожди, а что у нас там за задание? А, нам нужно выиграть битву за зомби. Ну что ж, давай выигрывать, блин, битву за зомби. Вау, 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 вау. Как эти беззубый бесенок. Давай вот так вот поставим. Он сейчас звезданет его своим этим. Нет, он вот так вот решил прикрыться. Значит, ландшафты у него будут, раз он его взял. Я, в принципе, даже догадываюсь, какие ландшафты там будут, ребят. Я пока пропущу ход. Ну, видишь, что творит. Давай так поставим.
Я сомневаюсь, что у тебя могилоеды будут, верно же? Два пирата есть. Смотри, какого он тут пригласил. Давай так попробуем. Да он что, блин, специально что ли так делает? Что, клан ананаса хочет влепить? Я не пойму пока, ребят, если честно, что он там хочет сделать. Ну, я знаю точно, что мы сейчас бочку разыграем вообще великолепно. Лишь бы он побольше тут понаставил всех. Мы потом поставим с тобой кровожадность. Ой, вообще великолепно. Погнали. Ну, это вообще крутенько, я тебе скажу. Меняет. Он все-таки поменял. Не-не-не-не, парень, ты даже не надейся вот на этого хламона. Давай, наверное, так сделаю. Отлично, поехали. Вот, понятно. Как же. Сейчас ударить сюда солнечным ударом своим. Салцепеком. Ну, я об этом тебе и говорил. Теперь давай сделаем вот так вот. Да ладно, ты серьезно? Ой, ой, ну, ой, мамочки-то мои родные. Ты гляди, что, не дурак ли, а? Поставил этих, потом бочку взрывает. Так, ладно, друзья мои. Выиграли, победили. А это еще не откатилось у нас? Конечно, нет. Конечно, нет, ребята, еще. Ну что ж, друзья мои, тогда, наверное, на сегодня мы будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.